Ребят, всем привет! Совсем коротенькое видео. Видите, поставил я свой флуэл. У меня все флуэл везде. То есть, представляю, как говорится, кому надо оборудование, кому нужны рыбки, обращайтесь ко мне. Сделаю самое лучшее предложение, самое лучшее. Если где-то найдете лучше, я сделаю еще лучше. Принципиально. Так что, ребят, 100% можете быть уверены, то, что вы получите самое адекватное предложение в Балтии. Так, ребят, тут у меня от оцинкуса было штучек 50, наверное, 70. Ну, я так понимаю, практически они закончились. Слава богу, только один отоциклус погиб. Видим красные неоны. Кокосики, к ним я привязываю вот так вот анубиусы. Там декорация, видите, да, это мне просто кто-то бесплатно отдал. Потому что я как-то отношусь вот к таким вот декорациям, глине, ко всему, ну так, не очень. Для меня, знаете, прикольно, когда все естественно, например, анубиусы растут. На резиночке привязаны к кокосу, потом они обрастают, вот видим, начинают корни вот так обрастать. И получается просто шикарно. Тут еще где-то есть кладофора. Ну, кладофора, нужна холодная вода. Тут вода, конечно, видим, что, смотрите, какая температура. Да, 25-26 градусов. Он показывает на температуру внутри комнаты и в аквариуме. То есть я подогреваю тут хорошо, потому что в комнате камин, тепло. Сейчас все экономят на гранулах, на отоплении. Цены высокие, поэтому надо экономить. Ну, благодаря камину можно не экономить. Вот видите, кладофора. Дно практически кристально чистое. Совсем чуть-чуть бывает надо почистить. Если бы, конечно, я сейчас уложил тут какой-то слой небольшой грунта, то было бы просто идеально. То есть идеальная чистота, потому что ничего видно не было. А тут зеркало стоит, видите, зеркало, и все отражается. Ну, это все равно идеальная чистота в этом аквариуме. Вот кладофора. Некоторые заказывают с AliExpress, я видел. Ну, сейчас AliExpress стал тоже дорогой. Доставка очень длительная. И не так это просто. Так, сейчас я думаю, одной рукой держу. Рыбки собрались. Камера трясется. Сейчас мы бросим чуть-чуть корма. Вот, видите, смотрите, ребят. Оп. Бум, да. Бросил я не чуть-чуть, потому что оп, взял баночку, высыпал. Кстати, корма любые тоже, если вам надо, все есть. Идеальные корма. 8 видов. Таблетки, гранулы, хлопья. 3 вида гранул, 2 вида таблеток, 3 вида или 4 вида хлопьев. Ну, то есть, мороженые, какие хотите. Да, покормил я, конечно, здорово, сейчас осядет. Ну, я думаю, сейчас тут и анциструсы. У меня, кстати, тут есть красные анциструсы. Может быть, сейчас их не видно. Но неончики соберут. Так что, ребят, сегодня мороженым кормиком я вас кормить не буду. Хотел вам показать отика от оцинкуса. То есть это идеальная рыбка, которая просто чистит растения, нежная и аккуратная. Ну, вот видим, вот там у нас желтый анциструс. Это резиночка откуда-то упала. Ну, я даже ее не убираю. Ну, где-то они сидят, но их не так много осталось, потому что вчера человек приехал, я ему 6 штучек поменял. А, ну вот, смотрите, ребят, есть, сейчас не уплывет. Вот отик. Вот. Вот этот оцинкус. Очень приятная рыбка. Еще есть лисичка, не путайте ее. Лисичка от оцинкуса. Я больше предпочитаю оцинкусы. Лисички растут приличного размера. Потом со временем, как у меня, по моему опыту, становятся очень ленивые. Меня это не устраивает. А отоцинкусы всегда в деле, всегда в работе. Как и неоны. А неоны это красные, ребят, уже подрастают. Потому что выпустил их совсем-совсем малышей. Но уже подросли. Тут какие-то еще живородки есть. Гуппи какие-то еще. Ну, всего по чуть-чуть. И вот мы видим желтенький анциструс. Красные где-то спрятались, потому что 3 или 4 еще красненькие было, малыши, я их сюда выпустил, но точно-точно они, как говорится, есть, существуют. Вон отик, видите, отоцинкус поплыл, вон, тик-тик-тик-тик. Вот отоцинкус. Наверное, тут штучки 3-4 еще осталось. Так что, ребят, жду всех с письмами, сообщениями, если кому-то надо, пишите. Вы знаете, что у меня даже дома все есть. Вот, просто. Моя такая любительская приятная стоечка. Все, ребят, спасибо за лайки, за комментарии. Спасибо, что вы есть. Всем здоровья, самое главное. Успехов. И надеюсь, у всех будет все хорошо. Дай Бог всем всего наилучшего. Всем пока.